Привітання! Сьогодні ми знаходимося у салоні Nissan, щоб зробити ще одного гульця ваше лото більш щасливим. Крючко Лілія Миколаївна з міста Калинковичі стала уладальником стильного автомобіля Nissan Almera у 853-м тиражі. Ми щиро віншуємо нового автоуладальника. Ми знали, що люди виграють. Смотрели передачи вашу лото, видели счастливых обладателей автомобилей и тоже надеялись, что мы когда-нибудь его выиграем. Мы мечтали о новом автомобиле, и вот он у нас теперь есть. Благодаря вашу лото. Мама ходила за покупками, и ей предложили купить билетик. Она купила билетик и подарила мне его. Выигрышным. Он оказался выигрышным. Но сначала не поверил. Было как-то неожиданно, что этот выигрыш я выиграл. Ну, у меня этот никогда не выигрывал, выиграл этот первый выигрыш, самый большой. Мама, я забрал свой выигрыш, спасибо тебе за этот огромный подарок. То гуляю, то и мая. А вот, билетик приобрела в отделении банка. Через несколько дней мы сможем проверили его по интернету и были очень рады данному выигрышу. Вот, считаем, что это хороший подарок нам на годовщину свадьбы 30 сентября. Куда потратим, пока еще не знаем. Кто гуляет, то и мая. Двойка билетов в ваше лото, або четверка билетов в лотерею «Пятерочка». Выбирайте на свой густ и верьте в свою перемогу. Вам обовязково пошансует. Главное, памятайте, кто гуляет, той и мая.